Друзья, всем привет! Если смотрите это видео, значит вы приобрели себе холодный кошелек Ledger. Чем я вас и поздравляю. Это очень хороший выбор и по мне самый надежный. Так, сделаем это видео максимально коротким. Как получать токены? Скорее всего, вы участвуете в разных ICO, либо таких проектов, как, например, VIO. Тут тоже раздаются бесплатные токены. И вы привыкли, что вы ставите свой Ethereum адрес, и вам приходят токены на определенный адрес. Точно так же на Ledger Wallet. Но многие люди не могут их потом найти или не понимают, где они будут находиться. После этого как будут переводить. Это делается очень просто. Зайдете в My Ether Wallet. Отсюда выбираете Ledger Wallet. Тут нажимаете присоединить кошелек. На кошельке выбираете Ethereum. И тут фишка. Надо идти в настройках в то же время. Идти в браузерные настройки и дать разрешение «Да, может присоединяться Series браузер». Выскакивает сразу же такое окно. Тут нажимаете галочку и разблокировать свой кошелек. Вот вся наука. Тут ваш адрес кошелька Ledger Wallet. Тут будут все ваши токены, что вы получаете. Если вы участвуете где-то ICO, тут вы добавляете. Ну, все по старому схему. Только вход будет через холодный кошелек. Более надежного нету. Тут будут все ваши токены, что вы получили. Точно таким же образом вы посылаете токены. Тоже зайдете послать. Выбираете свой кошелек, разблокировать, адрес куда, отсюда уже можно куда угодно на биржу или что-то, отсюда выбираете токен, что хотите послать, и посылаете токен. После этого, когда вы это все действия сделали, обязательно, опять же, идете в настройки своего кошелька, выбираете браузерные настройки и снимаете вариант, что можно зайти через браузер. Во-первых, это для безопасности важно. И во-вторых, это вы потом можете спокойно зайти на свой основной кошелек. Так, кто не знает, что Ledger Wallet это мультифункциональный кошелек. Тут настолько много разных валют сюда можно ставить, что я даже не могу их перечислять. Вот тут основные, как у меня установлены, и отсюда вы можете добавить свои кошельки. И смотрите, их ну просто бесконечное количество, что вы можете добавить на свой кошелек. Так что, друзья, вот такое видео у меня получилось. Если это видео было вам полезно, поставьте лайк. Не понравился, поставьте дизлайк. Подпишитесь на мой канал. Делитесь этим видео с друзьями, кто тоже столкнулись с такими трудностями, как вывести токены на Ledger кошелек. Если у вас вопросы еще по этому кошельку, пишите комментарии, обязательно сниму видео подробную. Так что всем пока, зарабатывайте много и честно.